Всем доброе утро, ребята, вы на канале Николаев, а у нас сейчас совсем рано, еще только 8:30, мальчиков Коля уже завез в школу, Софика спит, Ника спит, у Софии каникулы, у Ники постоянные каникулы. Сейчас Коля гремит вилками-ложками, он у нас обычно готовит завтрак, что он купил, сейчас посмотрим. Что нам Коля купил к завтраку, и это... Такие любимые сырочки наши, глазированные. Кофе просто бесподобные. Сардель. Плюш. Так, также папа купил сарделечки, уже варит. Батон Софийкин молочный, любимый. Так, что-то у нас тут еще такое. А что-то у нас такое. Сливки. Это кофе, я понимаю. Оплавленные сырочки для бутербродов ты хочешь? Ага. Угадала. Значит, это батон бутербродов. Да. Недавно я показывала, какие бутерброды делала с плавленным сыром и с луком. Коля еще хочет разочек. У нас плавленые сырочки и суп. А суп, кстати, можно сварить тоже очень вкусным сливочным. Вот, короче, аж три яйца. Вот такие, да, мы берем. Да, стараемся брать без химии, потому что реально очень много яиц с антибиотиком. А вот эти. Давайте покажу, что за яйца такие у нас. Вот видите, свободный выгул, натуральная корма, без антибиотиков. Фермерские яйца, да? Это любит с луком омлет. Ага, да, Ника у нас любит с луком омлет. Это, смотрите, кто-то нюхает под низу. А вот это что? Вот это. Смотри, Шерлок, а свою еду кто будет кушать? Давай. Васю уже тоже покормили. Да, Васю. Ваш лук поесть будешь? Ага. Покажу, как там Сафунька сейчас спит еще. Кто тут у нас к нам перебрался и спал, а? Не подскажете, доброе утрице вам, девушка? Пузо ты голое. Ну, вставай, раз проснулась. Еще досыпает. Короче, с утра я переложила к себе, потому что не хотела, она уже спать в своей кроватке. Да, к маме тут одеяло все наши раскидала. Ты еще спишь или встаешь? У меня голос садится. Да? Садится голос у мамы. А Никушка встает. Пойду еще подскажу, где там наша Софика. Вставай, мы тебя ждем. Папа омлет готовит. Доброе утро. Девица прекрасная. Тихонечко. Слазь, слазь. Давай. Слазь, моя девочка. Ну, слазь уже. Короче, догоняй, я к Софике. Ника будет продолжать кушать сегодня яблочки свои. Любит Ника яблочки, да? Вкусные? Наша Софийка. Доброе утрес. Ника плачет. Я только отойду от нее, сразу плачет. А вы как тут? Выспались, девица прекрасная? Ты вчера рано легла, в 9 часов папа тебе отправил спать. Ты должна была уже выспаться. Доброе утро. Папа сейчас уже завтрак готовит. Ника истерит, что я от нее на метр ушла, а ты накрываешься с головой. Сейчас одним словом уже будем завтракать, поэтому потихоньку вставай и умывайся. Так, Софийка пришла уже, кушать, а вот папин фирменный омлет. Вот такой очень вкусный, он очень нежный. Сейчас Коля раскладывает. Девочки готовы кушать. Это лук ест София, наверное, вот только в омлете. Но. Вкусненько, доченька? Вот так, 4 порции. И присаживаемся кушать. О, мама! Где это? Никина порция, кстати, ребята, ничем не меньше, чем моя Полина или Софина. Столько же она кушает. Да, доченька? Все, садись. Бери вилочку и кушай. Забыли про свою воду. У меня тут голос вообще сел, слышите? Что-то Софийка прыгает. Привет, хочет помогать. Да, тут Ника только что, смотрю, все яблоки Коля собирает, смотрите. Дай, дай, на, в большом таком пакете яблоки, она тут, видите, на пол набросала. А кто это яблочки так неаккуратно кушает? Доченька, ты? Никушка так неаккуратно кушает? Ах, эти детки. Слушай, ты совсем, что у меня с голосом. Надо
пойти Коля Маслица смазать мне горлышко, как петушку. Да. Что, землетрясение? Короче, давай. Ребят, у нас слазь. Сейчас слазь. Коля, видите? Ну, слазь уже, давай, ладно. Бабушка, тебя бы провожила. Смотрите, он часто залазит. О. И у нас расшаталось крепление. Коля решил сейчас подкрутить. Ника будет помогать папе. Да, доченька? О, в домике. Все нормально. Что ты там смотришь? Ага, работница. Дай папа посмотрит. Хочет помогать тебе. Мы его просто положим. О, тогда все. Вась, как ты так такой маленький, о, так раскрутила? Все, так. Если вы два кота будете залазить, то точно развалите. Все. Прикрутил папа. Поджали. Все отлично. Домик у Шерла, ой, у Ватсона. Готов. А ну-ка пробуй. Оп, с доставкой. Не шатается? С доставкой на дом. Софийка, отходи. Оп. Все, Вась. Все, его место. Отлично у тебя теперь все, да? Малыш. Выкидывают сначала, потом назад засовывают. Фиг вас разберешься. А кто голову засунул Васе в дом? Никушка? Что там у Васи дома? Ты в гости хочешь? В гости к Васе хочешь? Ну, заходи к нему в гости, заходи. Будешь голову засовывать, да? Пойдешь туда вовнутрь? Доченька моя. Там еще Софийка почти в магазин. Смотрите, она прямо выпрашивала. Ты даже не посмотрела. Ага, хитро сделано, чтобы выплевывал, да? А почему он все время выплевывает? Ну, потому что это аппарат специально сделан. Он все время выплевывает. Да, сейчас девочки тоже будут поиграть, да? Ну что, ты там купила, покажи. Хочешь попробовать? У тебя внутри красная упаковка. Понюхай, понюхай. Ух ты, как пахнет. Да. Ну, давай попробуем. Что за чипсы? Крабовые, да? Да. Вау, какие модные. Нравится? Ну, идем. Кажется, ходили в магазин, Софийкины хотелки выполняли. И видос снимали, да? Я выиграла. И выиграла. А сейчас поедем к братьям. Должна школа закончиться. Поедем их заберем. Они внутри какого цвета? Красная упаковка, да? Обычные желтенькие. Вкусные, да? Ох, ты любитель, ты чипс. Жесть. Аккуратненько, машин нету, идем. Пойдем на стоянку к папе.